Здравствуйте, друзья мои! Наступила зима, время чудес, и сейчас мы с вами будем делать маленькое рождественское чудо, даже несколько чудес. Мы сделаем рождественские елочки в северном, не знаю, датском или шведском стиле, такие елочки наоборот. Как и во всех остальных DIY, здесь есть один огромный плюс, это очень бюджетно и очень эффектно. Нам понадобятся обрезки веток любых елок, это может быть елка из леса, просто лапник, просто идете по лесу, взяли несколько веточек. Это могут быть обрезки веток с елочных базаров, в общем, много нам не понадобится, мы берем 2-3 окончания веточки и начинаем делить их на части. Вот такими ярусами вырезаем садовыми ножницами или простыми ножницами, нарезаем, видите, вот такими более-менее одинаковыми ярусами. Идеально было бы, если бы можно было добавить вот такие веточки кипариса, они придадут нашей елочке пушистости. Тоже ярусы, тоже совсем небольшие, видите, сантиметров по 5-7. Ствол мы очистили от лишних иголок, взяли обычные нитки, самые простые швейные черные нитки. И начинаем собирать нашу елочную конструкцию вверх-тормашками, вот так вот наоборот. Проклеиваем каждый ярус, проматываем ниткой и проклеиваем обычным клеем ПВА. Занимает все это, как видите, очень немного времени. И, в общем, это совсем не сложный процесс. Кипарис мы добавляем для пушистости. Но если вы вдруг не найдете кипарис, то тоже ничего страшного. Можно обойтись и просто обычными веточками. Опять же, прокручиваем все ниткой и проклеиваем клеем ПВА. Фактически наша елка готова. Нам ее надо закрепить. Крепить мы будем двумя способами. Один самый бюджетный, в стаканчик из-под кефира, а другой сделаем все-таки более интересно, в подсвечник. Вот тут у меня белые любимые киевские подсвечники. Они мне служат уже очень много лет. И мы сделаем их ножкой для наших елок. Прокладываем любую целлофановую штуку, какую-нибудь остатки пакета, просто чтобы не испортить подсвечник, потому что алебастр пристанет к нему намертво. И закладываем алебастр и вставляем сюда елочку. В принципе, как и все с нашим любимым розовым алебастром, застывает он очень быстро, и в течение 5 минут мы получаем вот такую красоту. Снимаем целлофан. Фактически наша елка готова, она у нас получается съемная. Хотим одеваем, хотим снимаем. Ну, теперь мы, конечно, прибавим ей праздничности и зимности. Можно, конечно, использовать искусственный снег, пену. Ну, я беру обычную детскую белую гуашь. Она очень хорошо держится, очень хорошо ложится и дает ощущение настоящих снежных хлопьев. И просто кисточкой промазываем поверху, вот так вот, получая вот такую красоту. В целом я купила хлопья полиэтиленовые какие-то. В общем, я такое не очень люблю, но попробуем. Видите, тоже промажем чуть-чуть елочку ПВА. ПВА можно использовать не разбавленный, но я чуть-чуть развожу его водой. И просто поверху посыпаем вот эту вот целлофановую, или как ее там назвать, синтетическую красоту вот эту вот. Ну, в общем, дело вкуса. Я думаю, что без нее мне нравится даже больше. Второй вариант елки в стакане из-под йогурта. Просто тоже закладываем алебастр и вставляем туда нашу ель. И получаем вот такую вот простую композицию. Можно сделать для нее мешочек. Тоже пройдемся по ней белой красочкой и посыпем ее. Вот видите, как они выглядят. Вот фактически и все. Несколько минут и куча удовольствия. И теперь мне остается только пожелать вам жить просто, красиво и счастливо. Увидимся. Пока.